За последние 5 месяцев в Воткинске умерло 4 младенца в возрасте до года. О причинах расскажут медицинские работники родильного дома. Подробности далее. В 2017 году в Воткинском роддоме родилось порядка 1300 детей. Из них мальчиков больше, чем девочек. Но медики фиксируют все же снижение. На 309 родов прошло меньше, учитывая то, что в нашем родильном доме рождаются дети Шаркан, Шарканский район и близлежащие села Пермского края, то есть Бабка, Ножовка, Теребиловка, Пермяковка. Что касается серьезных заболеваний у новорожденных, то здесь ситуация стабильная. Каких-то редких заболеваний у нас нету. Они остаются примерно одними и теми же. На первом месте, может быть, они остаются эти желтухи новорожденного. Онкологических заболеваний у младенцев не зафиксировано, а вот порок сердца в единичных случаях, но все же присутствует. Сегодня медики могут на ранних стадиях беременности уже определить данное заболевание. Очень хорошая диагностика врожденных пороков развития. Начиная с 10-11 недели проводится уже диагностика беременным. И если выявляется тот или иной порок развития, принимаются соответствующие меры, и женщина направляется уже даже в федеральные центры, это Екатеринбург, Томск, либо Москва. Смертность в родильном доме Воткинска остается низкой, но медики беспокоены смертностью в домашних условиях. Так, за последние 5 месяцев на дому умерло 4 младенца до года, а в последнем случае ребенку было всего 3 недели. Причины вот последнего ребенка неизвестны, но предварительно, что аспирация рвотными массами. То есть ребенок лежа на спине, срыгнул после кормления и эти массы вдохнул. В остальных 3 случаях умерли 3-, 5- и 8-месячные дети. Причины совсем другие. Было присыпание ребенка. Что это значит? То есть эта мама, находясь с ребенком вместе в кровати, придавила ребенка грудью. Сонная мама. Первый год жизни новорожденного – один из самых важных и требующих особого внимания со стороны семьи, отмечают медики. Родственников привлекать к уходу за новорожденным. Новорожденный – это период первого месяца жизни, и проблемы чаще всего возникают именно в этот период. Родить ребенка несложно, а вот вырастить его и воспитать – это огромный труд семьи. Лена Рудакова, Валерий Колдомов, Воткинске.